И все-таки оно вертится. Несмотря на пасмурную погоду, сегодня в парке культуры и отдыха на ГЭСе состоялся долгожданный торжественный запуск нового аттракциона. Это колесо обозрения почти в два раза выше своего старшего собрата. Рост новичка 40 метров. Подробный репортаж об открытии смотрите в нашей программе завтра. Новости Набережной Челны в 19 часов и в 23:00 на РЕН-ТВ.